За 2 миллиарда долларов в Армении построят ферму для майнинга криптовалют. Организаторы намереваются использовать более чем 150 тысяч машин для добычи биткоинов, эфириумов и других криптовалют. А правительство страны планирует реализовать технологические проекты, к которым присоединятся 500 иностранных компаний. Напомним, что Армения стала вторым государством в составе Евразийского экономического союза, где был утвержден законопроект о цифровых технологиях.